Почти 30 курсантов Сургутской школы ДСАФ получили водительские удостоверения категории С. Все они уже этой осенью будут направлены в ряды вооруженных сил России. Обучение ребята прошли по разнарядке от Министерства обороны. Это гарантирует, что призывники будут служить в армии по полученной специальности, а именно военными водителями. Всего в этом году в Сургутском ДСАФ отучились на права 60 курсантов, что соответствует утвержденному для нашей местности плану Минобороны. Конечно, здесь достаточно много плюсов. Во-первых, молодой человек имеет возможность бесплатно за счет Министерства обороны получить профессию. Вот. Может быть, она и не пригодится ему в дальнейшем после службы в армии, кто-то пойдет по другому направлению, вот. Но сам факт получения профессии, получения более глубоких знаний, чем их сверстники, кто получает обучение, проходит обучение по категории только Б на легковых машинах, конечно, поможет в дальнейшей жизни. Курс подготовки новобранцев к службе входит изучение правил дорожного движения, устройства и техобслуживания автомобилей и непосредственно вождения. Для этого в ДСАФ осенью прошлого года поставили большегрузные Уралы. Кроме того, обучение здесь можно считать своеобразной школой молодого бойца. Оборудован класс по общевойсковой подготовке, закуплены учебные автоматы, защитные костюмы и противогазы. Практически готов спортивный зал. Пока существенных изменений нет, значит, ждем новшества, планируется в любом случае, потому что мы развиваемся, потихонечку укрепляем свою материальную базу и более уже предметно занимаемся с нашими курсантами, те, которые зачисляются от военного комиссариата. Смотрите программу «В центре событий» каждый день на телеканалах «Сургут-Интерновости» плюс СТС, ТВ-3, ТВ-центр. Достоверная информация из первых рук. Злободневные проблемы и пути решения. Резонансные происшествия. Программа «В центре событий» каждый день.